Лето в самом разгаре, и отдых детей в лагере «Алмаз» продолжается. На втором сезоне здесь отдыхают ребята со всего алмазного региона. Едут сюда каждый год, потому что нравится. А параллельно набираются сил, поправляют здоровье и отдыхают. Скажи, как тебе отдыхается в лагере «Алмаз»? В лагере «Алмаз» очень хорошо и клево. Я приехал сюда, чтобы отдыхать. Больше всего мне нравится в лагере – это тренировки по футболу, вечеринки. Мне больше нравится в лагере «Алмазе», как мы ходим на тренировки. В лагере «Алмаз» мне больше всего нравятся массовые танцы. А еще кроме этого, мне нравится заниматься футболом, ходить в бассейн. Многие ребята здесь последний год. На следующий сезон отдыха им будет уже 15. Несколько летних сезонов подряд, проведенные в лагере, откладываются в памяти яркими воспоминаниями на всю жизнь. Такая атмосфера в лагере, что ты полностью отключаешься от интернета и находишься здесь всей душой. Как бы люди, с которыми в городе ты не общаешься вовсе, тут становятся твоими близкими друзьями. Тут ты можешь найти себя, проявить себя. Даже тот же педотряд – это такие люди, которым ты можешь доверить все и знаешь, что это никуда не разнесется. Все, что у тебя есть на душе, ты можешь доверить этим людям. Чтобы детям хорошо отдыхалось в лагере, его коллектив прикладывает все возможные усилия. А для того, чтобы у юных алмазников были силы ходить на занятия, заниматься спортом, танцевать и плавать в бассейне, их нужно хорошо кормить, с чем повара справляются на все 100%. Сегодня, например, мы готовили рыбный суп и мясная запеканка. На компот у нас сегодня из свежих плодов напиток. И на десерт деткам даются фрукты. Ну вот, как сегодня, допустим, это нектарин. В качестве пищи сомневаться не приходится. Повара знают свое дело, но без качественных продуктов такого результата не добиться. Далеко от детского сада, на складе продуктов. Под чутким контролем хранятся все необходимые продукты. Вот здесь мы храним продукты. Это у нас холодильник для рыбы. Здесь у нас хранится рыба. Значит, нам ее привозят, ну, по заказу, по количеству, на количество детей. Продукты привозят по мере необходимости, поэтому они всегда свежие. Соблюдение всех правил хранения обеспечивает их сохранность. Рацион для детей составлен по всем правилам и включает в себя все микроэлементы, которые необходимы растущему организму. И это работает. В среднем дети за период оздоровления в лагере набирают в росте 2 сантиметра. Так что в школу они вернутся отдохнувшими и подросшими. Вячеслав Пилипенко, Алекс Оснин, телеканал «Алмазный край».